Привет, дорогие любимые мои друзья! С вами Елена Перо. И сегодня я хотела бы с вами поделиться интересным таким моментом, как покупка материалов для творчества. Сегодня мне пришло две посылочки. Я не знаю, что внутри. И мы сейчас вместе с вами их откроем и посмотрим. Давайте будем открывать. Честно говоря, заказывала я давно, недели три назад. И заказывала два раза с разных сайтов. Поэтому что внутри, я не знаю. Ага. Так, тут интересные такие кружавчики. Так, это я брала в подарок. Так, посмотрим, что здесь. Заказывала я с eBay и с BuyingCoins. Но я уверена, да, я уверена, что это посылка с eBay. Вот, это такой интересный, блестящий... блестящая ленточка. Правда, я думала, что здесь гораздо больше. Но тоже прикольно. Странно, что атласные ленты, которые я тоже заказывала с eBay, еще не дошли. Хотя это у одного и того же продавца. Я думала, что здесь гораздо больше. За ту цену, которую они предлагали. И писали, что это... стоит всего 20 рублей за 5 ярдов. Не знаю, что такое 5 ярдов. Ну, вот такие штучки. Вот. Это мое первое видео. Так что за качество не судите строго. Снят на фотоаппарат в режиме видеосъемки. Ну, всем пока. Надеюсь, что скоро будут мои новые видео. И вообще я буду... это дело практиковать, потому что интересно. Пока!